Добрый вечер, сейчас уже почти 12 часов. Вот как раз таки хотел показать, как этот комплект играет тихо музыку. Сейчас у нас включен тюнер, чтобы как бы регулятор громкости не приходилось там работать на начальном таком уровне до 9 часов. Мы сейчас сделали мутинг, кнопочку включили, снизили чувствительность на 20 дБ. И просто будем слушать сейчас в радио Эрмитаж. Акустику мы сейчас используем Пехулер энд Шиллинг. Вот она, видите, закрыта колпаками, у нее такая сложная конструкция. Вот раз, и вот второй. Вот, а сейчас мы с вами перейдем на CD-проигрыватель и послушаем тоже, как будет, как сказать, в вечернем доме все это слышно, когда без 15-12. Поехали. Thank you.
Ну вот, это у нас получился пример работы на тихой громкости. Ну, давайте тогда до новых встреч. Сейчас уже поздно. В следующий раз посмотрим тоже интересные аппараты. До свидания.